Зерносушилки «Алтай» – самая востребованная техника прошлой осени. Когда цена на урожай стала падать, сельхозпроизводители края стали покупать именно эти агрегаты. С ними было больше шансов сохранить урожай. Ну, комплекс «Агро» выпустил эту сушилку, которая даже по своим параметрам превосходит те зарубежные аналоги. Цена в 2,5 раза. Обслуживание. Все производится практически здесь. Маневренно. К полному циклу производства сушилок компания «Комплекс Агро» шла с 2011 года. Сейчас здесь освоили лазерную резку, перфорацию, применяют запатентованные за рубежом решения. Так, четырехвальцовая система дозировки и перекрестные потоки зерна делают просушку равномерной и технически выверенной. Лишь в таких агрегатах возможна работа с семечкой и рапсом. Электроника немецкая, горелки-вентиляторы американские. В стране, к сожалению, пока нет комплектующих соответствующего качества. Сегодня комплекс «Агро» производит полный цикл – сушилки, а еще шнеки и нории для транспортировки и подъема сыпучих грузов. Продукцией компании пользуются больше 200 сельхозпроизводителей края. Ее качество оценили уже аграрии Сибири, Урала и Ростовской области. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости.